Всем привет, ребята, меня зовут Максим, и сегодня я вам покажу первую часть своего дневника в Майнкрафте. И также немножко поиграем. Запускаем свой новый мир. Вот, вы видите? О, как все хорошо! Не лагает, только для начала нужно поспать. На записи все лучше, потому что когда я не на записи, все лагает прям. Вот, читайте. Это мне на телефон пришло. Читайте. Да не в... Ладно, я сам прочитаю. Дневник Макса, часть 1. Сейчас 2024 год. 21 мая. Это я еще вчера записывал. Я бродил по Ми... И точка, точка, точка. Я точка, точка, точка. Пути точка, точка, точка. Ство точка, точка, точка. Л. И я. Ну, английские буквы. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Точка, точка, точка. Связь плох, точка, точка, точка. Так вот, я путешествовал... И наткнул точка, точка, точка на шахту. На шахт. И тут... Короче, если вы меня слышите, продолжу завтра, точка, точка, точка. Время выпуска 18:27. Дневник Макса, часть 2. Всем снова привет! С вами снова Макси Гу. Сейчас 2024 год. 22 мая. И да, можете меня в этот день поздравить. И да, в этот день я закончил первый класс. Ура! Наконец-то! Но все равно мне еще учиться 10 лет. И радостный, и такой улыбающийся смайлик. Ладно, не буду затягивать. Перейдем к делу. Мы остановились на том, где я нашел шахту. И да, теперь связь хорошая. Я нашел шахту, и я туда аккуратненько спустился для того, чтобы добыть немного железа. В каждой части по одному действию. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, и всем пока. Время выпуска 15:01. Ну, а это, естественно, пока что не пока, это я для вас записываю дневник. На ферму пойдем. Наконец-то я в Майнкрафт играю. 100 лет не играл в Майнкрафт. То есть не записывал про Майнкрафт. Да. Вы, наверное, рассказывал ли я в своем втором ролике то, что я фермер. И тайнички небольшие, которые я сам не знал то, что есть. Вот. Для чего я вскопал землю? Что? Чисто тыква выросла у меня на глазах. Уже 4 минуты. Я вам еще. А так, семена. Кладем. А, тут стак ты. Вот пришло время показать вам мой тайничок. Скапываем землю. И тут все правильно. Секретный сундук. У каждого, по-моему, майнкрафтера, наверное, у каждого должен быть секретный сундук. Я не дотягиваюсь.
придется ломать. Если могу. Короче, просто возьму блок один земли. Нет, дождь. Только не это, проклятый дождь. Итак, мой первый тайник, который я сам же не знаю. Смотрите, мы делаем вот так. Вот так и вот так. Это типа такой мини-балкончик. Смотрите, тут можно себя выкопать. Главное, чтобы не упало. Хорошо то, что здесь такой стоит. Вырос. Можно вот так вот скопать, короче. Скапываем. И здесь главное аккуратно, здесь надо идти вперед. Все, и вот ваш балкончик готов. Это для лета чисто. А потом все застраиваем. Потом нам нужно убирать. А! А, я вырос. Офигеть. Уже тыква вырос. Нифига. Ну, благо я там все закрыл. Что так быстро запись идет? Идет. Сундук быстро кладем. Ставим еще блок. О, так, и второй тайничок сейчас покажу. Он в переодевалке. Типа. Можно вот так вот залезть и здесь там проломать. И там еще есть, куда проламываться. Вот сюда, если прокопаться, то тогда будет вообще переодевалка, переодевальня. Давайте выживать. Начинать. Уже поспать. Эй, не понял. Я что-то совсем... Больше чего не понял. Ладно, пойдемте выживать. Как обычные игроки все делают в Майнкрафте. Тик-тик-тик. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Вот мой скин. Вот. Такую, наверное, обложку вы будете видеть. Наверное, обложку вы будете видеть на моем видео. Так, ладно, все. Да блин. Ты. Может покрутиться? Ладно. F5. Так, ну что мы будем делать? Конечно же, идти за железком. Да, ребята, ходить за железком — это то самое. Идем за железком в дождливую погоду. Так чё я разгулялся? Мне нужно шахту. Офигеть, каньон. А, я здесь раньше уже был. Это каньон уже популярный. Он еще 100 лет назад был создан. До свидания, семечко.
Так. Где добыть? Где бесплатное железо? Где железо? Я не понимаю, свинка, может, ты там подскажешь? Но хотя бы... Ну вот почему я такой тупой? Мне ж факела нужно взять. Вот так вот. Я запоминаю дорогу. Там нужно, я запомнил почти. А, факела быстрее, уже 10 минут. Минут. Ура, я закончил первый класс. Наконец-то. Щит мы не будем брать. Все, погнали. Факела берем. Факела берем. Да, берем. Да-да-да, берем. Да-да-да. Да-да-да, берем. Да-да-да. Берем, берем. Факела берем. Ой. Я уже так. Ну да блин, хватит мне всякие ссылки, когда я записываю ролик, присылать. Про мини-крафт. Походу я забыл, куда надо идти. Фу! Нет, вот это вот мне повезло. Чтобы вам было не темно, я вот так вот сделаю. Опа, она железка. Как я его раньше, интересно? Офигеть, тут залежи. Залежи, то есть. Офигеть, тут железо было. Не, эта шахта крутая. Не, дальше я не пойду. Я боюсь. То, что я просто там уйду туда и не приду оттуда. У меня только одна была смерть. Я просто не подрасчитал тогда, когда я умер. А где мой дом? Я заблудился. Ребят, помогите. А, вон он, мой дом. Понятно. Все понятно со мной. А, помогите. Ай-я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 й
Это только что был. Как избавиться от этого интернета? Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Зайчики танцуют. Нужно спать идти. Зайчики, пока зайчики танцуют, я иду к пяти. Так, для начала нужно, я знаю, в этой шахте есть всякие предметы. Лут. Вот что я вам говорил, ребята. Вот это мне сегодня повезло. Здесь мы все выкопали. Теперь пришло время
убирать факел, чтобы не, чтобы когда кто-то пришел, типа такой, нифига нет. Никого здесь не было. А, ночь. Ночь. Вот это халявный день. Целых 10 рудного железа. Будем паркурить. Вот это я понимаю. Так, хорошо то, что я дома. А, ну же. Я могу себе скрафтить целый железный. На всякий случай возьму с собой ЗЖЗО. Каменную свою современную кирочку. Мы убираем в сундук. Наконец-то дождик не идет. Наконец-то дождик прошел. Вынос мозга. Надо быстрей. До пипи. Я себе реально могу скрафтить сет брони. Смогу. Полетели, плавим. Я пытаюсь положить, но ничего не получается. Берем слитки. Как правильно брать слитки железа? Спустя 100 миллиардов лет это закончится. Ну давай. Правда, это еще школа не все. Мне осталось 10 лет учиться. И еще мне летнее задание дали. Переход во второй класс. Всем давали, когда вы были маленькие. Всем даже. Даже взрослым, кто сейчас, ну, на самом деле, да, я про них и говорю, про взрослых, которые, наверное, сейчас смотрят это видео. Джим Китс. Амогус. Наконец-то последнее железо. Последний слиток. 18 слитков железа. Я поздравляю, ребят. Юбилей! Пожалуйста, давайте наберем 50 подписчиков. Так, стоп. Ой, да блин. Пожалуйста. Давайте наберем хотя бы 30 подписчиков. 30 подписчиков. Я хочу набрать. Так, стоп. За апрель, май и июнь. Пожалуйста. Когда будет июль, я хочу набрать 40 подписчиков. А в июле у меня день рождения. Давайте. В августе. Наберем 50 подписчиков. Значит, в августе будет. В августе будет стрим тогда, если мы наберем 50 подписчиков. Давайте наберем. Это будет для меня честь. Все, надо переключаться.
Реально сет брони. Так, у меня есть поножи. Так, где мой шлем? Шлем. Шлем. Шлема у меня нет. Крафтим шлем. Поножи. Штаны уже нельзя скрафтить. Блин, мы так быстро истратили это все. Зато смотрите, я потрачу сейчас железо. На самом деле это будет ни к чему. Вот так вот. Я возобновил свои железные поножи. При этом потратил железо. Теперь вы будете... О, я, оказывается, научился. Во, все. Теперь я в этой броне. В железной. Сейчас ее можно, в принципе, снять. Давайте снимем. Сейчас мне она не нужна, так как я ютубер. Хочу ютубером себя видеть. Вот мой кубик смотрит. Ой, какой кубик? Мой игрок смотрит. Так, уже 21 минута. Я не понял, что это такое? Нужно убрать секрет. Вы только видите. Никто больше другой не увидит, где прячется мой секретный сундук. Где я прячу его. Я не могу сломать. Ну, наконец-то. Положу-ка. Я жука. Сундуча. Ура! Юбилей! Амогус! Амогус! Надеюсь, по мне. Это уже как стрим, 23 минуты, это уже как стрим, типа. Как будто это реально будет стрим, походу. Стрим по Майнкрафту. Стрим по Майнкрафту. Как я 100 раз хожу на ферму свою, где я в урожай делаю. Вообще, это стрим. Проработал деревенским фермером в Майнкрафте. Все, норм. Вот это я вышел. Так, за собой закрываем. Нужно ручкой закрывать. Я закрываю двери, вот закрываем. Опять секретный сундук. Сейчас нужно только семена вот сюда, в обычный. Да и скоро семена в секретный пойдут. В секретном, походу, у меня будут все подряд храниться будет. Аси. Уже 19 тыкв. Я только сегодня его поставил. Ура, стрим в честь Майнкрафта. Мы еще полчаса с мамой разбирались, как включить запись. Вот я подрубил трансляцию. В магазин.
А если я как Дикоди просто не выключу запись, а будет постоянно лицо вот это торчать, и я пойду в магазин, то что будет интересно? Сколько у меня запись будет длиться? Ладно. Всем... Ой, пипец, кто мне там звонит? А, нет, это... Информация о домашнем интернете. До свидания. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ну и ждите больше контента. Всем пока! Сейчас. Всем пока!